Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня вас ждет обзор из двух магазинов Fix Price. Очень много интересного в городе Челябинск. Для начала покажу, к нам снова приехали искусственные букеты с маленькими розочками. Мне очень нравится, как они выглядят. На выбор 4 цвета по 124. Декоративное кашпо под названием «Корзинка» с ручкой под кожу. Само кашпо из керамики. Думаю, брать или не брать, цена 249. Кашпо для цветов модерн классической формы с отверстием в центре. Цвета в ассортименте. Цена 249 рублей. Молочные, серые, зеленые, неяркие. Снова в продаже набор свечей из парафина. 4 штуки. Цена 149 рублей. Несмотря на состав, у них есть плюс, они не текут, когда плавятся. Для деток сегодня тоже много интересных новинок, например, мыльный маскарад. Мыльные пузыри будут вылетать словно из пасти животного. Все необходимое уже в комплекте, цена 99. Не только животные, но и монстрики. Мальчикам, а может быть и девочкам понравится супер-робот-конструктор 2 в 1. Робот превращается в транспортное средство, можно соединить сразу несколько. Цена 199. От Sport & Fun игрушка летающий диск с пистолетом для запуска 17 см. Цена 124 рубля. Воздушная пудра превращается в слайм в пакете. Немного на ощупь напоминает кинетический песок. Цвета разные за 174,50. Набор мелков с блестками для асфальта. В упаковке 8 штук. Оставляйте отзывы, как они блестят. Переносится ли блеск на асфальт? Цена 133 рубля. Скоро в школу. Есть кое-что полезное для учеников. Математика, 1 класс. Прокачай свои знания, выполняя задания. То же самое есть со 2 по 4 класс. Помимо математики, можно повторить и русский язык. Считаю, Fix Price молодец, что часто привозит такие вещи. 62 рубля. Это еще не все, что есть для школьников. Школа 7 гномов, 3+. Это не одна книга, а набор из 6. Что конкретно входит, можно посмотреть с обратной стороны. Развивающие книги, обратите внимание, на какой возраст написано с краю. Здесь, например, для 6-7 лет. Книги на развитие речи, логики, счета. Уроки грамотности, изучение речи за 399. В этой серии нашла книги от рождения и максимум до 7 лет. Развивающий тренажер практикум «Умный школьник». Внутри также очень много интересных заданий на логику, на счет, на знания русского языка и других предметов. Для 2 класса, 4 цена всего 69 рублей. И 1, а 3, похоже, разобрать успели. Мини-шпаргалка для школы. Вот это интересная вещь. Формулы по геометрии, все записаны в маленькой книжечке. Удобно искать в одном месте, цена 174,50. Такие книжки есть не только по геометрии, но также по химии, физике. Отдельно есть по алгебре, русскому языку. Есть вероятность, что здесь были и другие, возможно, подразобрали. Новые книжки для детей Косуки Оно. «Путь домохозяина». Манга рассказывает об одном из членов семьи якудзы, который хочет изменить свой путь и живет обычной жизнью. Всего манга состоит из 4 книг, каждая по 199 рублей. Начинать читать ее необходимо с конца книги, и здесь нет цветных листочков, она черно-белая. Заметила чистящее средство от Master Effect для кухни. Борется со сложными жировыми загрязнениями. 750 мл, не знаю, жироудалитель отличается или нет, цена 83. Снова в продаже Санфор, белизна гель 3 в 1. Это средство подходит как для прочистки труб, сантехники, так и для стирки. Цена 79 рублей. Выставили прокладки Ола, 80 штук в упаковке, 2 капли, с ароматом пионов, 124 рубля. Прокладки Белла, 40 штук в упаковке, 2 капли. Судя по размеру упаковки, они толстенькие. Цена 69. От этого же производителя за 116 рублей есть упаковки по 70 штук. Слева вариант с ароматом фиалки, а справа хлопок. Новые ароматы освежителей воздуха Air Pure, цена 116 рублей. Антитабак Мохито и сиреневый день. Возможно, их больше, просто мне не дотянуться. В прошлом видео с новинками показывала шампунь от марки Шаума. А сейчас выставили еще и бальзам объемом 300 мл с экстрактом маракуйя, цена 149 рублей. Лак для волос Taft с фиксацией 5. Это максимальная.
225 мл, цена не низкая, за 299. В детских товарах можно найти жидкое мыло пенку Милана. Это производитель Грасс, 500 грамм за 174,50. А еще теперь в фикс-прайс можно приобрести присыпку, восстанавливающая для поврежденной кожи 100 грамм. Не предназначена для детей младше 3 лет, 59 рублей. Малио – детское крем-мыло гипоаллергенное, забота и питание с маслом ши. Знающие люди, оцените состав. Кусок массы 140 грамм. Насколько оно детское? 69 рублей, есть еще два варианта. С пребиотиками и экстрактом хлопка и льна. Женский дезодорант с ягодным ароматом Lady Speed Stick. 48 часов защиты, 150 мл за 149. Новое жидкое мыло Люр в мягкой упаковке. Объем 650 мл с авокадо. Почти все жидкое мыло в мягких упаковках похоже друг на друга. Жидкое мыло Girly Berry с дозатором. Объем 300 мл, 59 рублей. Почему-то натыкаюсь на некоторые бутылочки без состава. То ли брак, то ли они как-то отвалились. Жидкое крем-мыло с очень аппетитными названиями. Ванильный йогурт со злаками, ежевика-голубика в йогурте, манго-маракуйя в йогурте. Объем 375 мл. 59 рублей цена. И еще одно новое мыло, как их сегодня много, с дозатором Лекси. Наверняка тоже очень приятный аромат граната. 300 грамм масса, цена 59 рублей. В садовом отделе пополнения натурального удобрения BioTap. В такой упаковке 20 таблеток. Способ применения очень простой, понятно написан на упаковке. 69 рублей. Также привезли 3 вида крышек для закруток. Думаю, скоро понадобится. Самые маленькие крышки за 7,80, самые большие за 14,10 и средние крышки за 9,80. Все одинаковые по качеству. Периодически сотрудники пополняют ассортимент садовых товаров, поэтому если вам что-то необходимо, здесь, как всегда, огромный выбор. Несмотря на то, что у нас последние дни идет дождь, я в любом случае показываю вам все новинки. И буду очень рада, если вы подпишетесь на канал и поставите видео лайк. Яркие заколочки для волос, крабики, цена 79 рублей. Сочный арбуз, нежная клубничка и есть еще в форме животных. Мишка и котик в мультяшном стиле. Эти крабики уже универсальные и подойдут на любой возраст. По форме напоминают сердце среднего размера. 79 рублей, цвета в ассортименте, есть еще обычной классической формы с добавлением блесток. Такой товар фикс-прайс найти достаточно большая редкость. Каниколон. Искусственные волосы длиной 150 см, градиентные. 100 грамм для создания объемных причесок с косами. 199 рублей, цвета в ассортименте. Полезная находка для тех, кто заботится о своем здоровье. Коврик для йоги. Коврик тоненький, сворачивается очень легко. Размер 173 на 61 сантиметр, пастельных цветов за 399. В очередной раз много накладных ногтей на выбор, 24 штуки в упаковке. Миндалевидной формы и мягкий квадрат, даже матовые есть, цена 149 рублей. Емкость для смешивания и окрашивания волос с тонким кончиком. На пластиковой бутылочке даже есть мерная шкала, чтобы в точных пропорциях смешать проявитель и краску. Гибкие бутылочки 99 рублей, крышки в голубом, сером и розовом цвете. Сегодня нашла компактный кошелечек, который подойдет не только для детей, но также и для взрослых. Цвет приятный. Размер кошелька 4 на 10 на 9 сантиметров. Внутри есть большой отсек для бумажных денег, несколько отделений для карт и внешний большой карман на молнии для мелочи, как будто бархатный. Цена 249 рублей. По цветам есть зеленый, кофейный, такой серо-черный и светленький голубой. Снова в продаже катушки с леской для рыбалки. Сбоку есть инструкция по сборке. С задним фрикционным тормозом, это для тех, кто разбирается. Безинерционная, леска длиной в комплекте 100 метров. Не помню, сколько стоили раньше, сейчас 399. Нашла целую большую упаковку строительных карандашей, 12 штук, не заточенных. На всю жизнь хватит, цена 79 рублей. Набор бит и торцевых головок с рукояткой и удлинителем. Всего 23 предмета, к сожалению, не хватает какого-нибудь кейса, чтобы это можно было удобнее хранить, цена 199. Заметила новые женские футболки с подвернутым рукавом, размерный ряд 48-54.
Состав 100% хлопок можно стирать при 30 градусах. Покажу, какие расцветки есть в нашем магазине, например, с медведями, а еще с яркими сочными мандаринами. Цена 349 рублей. В корзинах с одеждой нашла еще шорты для девочек, похожие были женские. На резинке с завязками в составе 100% полиэстер. Цена 299 рублей, размер наряд 116-140. Есть как в клеточку, так и однотонная. Легкий материал, не думаю, что будет в них жарко. Новые наборы носочков от марки Zuvey 5 штук, с рисунками, которые уже намекают на осень или зиму. Штучками, облаками и снежинками. Размерный ряд 36-40, 62% хлопка, цена 299. Еще одни короткие новые носки за 62 рубля с изображением звезд. 64% хлопка в составе, звезды блестящие с люрексом. Кроме звездочек есть еще сердечки. Цвета в ассортименте. Простые женские носки от марки «Контраст» с вставкой «Дышащий». 82% хлопка в составе, думаю, на лето они будут классными. Цена 59 рублей. Еще один вариант женских носков, на пяточке здесь вышиты рисунки. 66% хлопка, размеры с 36 по 40. Рисунки разные, например, здесь изображен кит. Для кроссовок подойдут. 62 рубля. Выставили большое количество детских сабо, цена 249 рублей. Данная обувь сделана из эва, и обратите внимание, они отличаются не только цветом, но и формой. А также есть серого цвета и яркие оранжевые. Бейсболка детская с вышивкой на обхват головы 54 сантиметра. Состав 100% хлопок, регулируется с помощью пластикового крепления. Как по мне, больше для мальчиков подходит, цена 249 рублей. Отличный прочный контейнер прямоугольный, 5 литров, 300 миллилитров объем, подходит он также для продуктов. Сбоку фиксируется двумя ручками плотно, цена 199 рублей. Набор целлюлозных салфеток, 3 штуки, монохром, размером 15 на 15 сантиметров, серые, 79 рублей. Обнаружила однотонные коврики для сушки посуды, 50 на 38 сантиметров. С краю расположена петелька, есть не только серый, но и мятный цвет, цена 124 рубля. Высокие стаканы моря находила ранее, теперь есть еще низкие. 250 мл, дно цветное, красное, желтое, либо зеленое, 79 рублей. Яркие тарелки, похожие, привозили в прошлые года, диаметром 20 см, состав указан фарфор. На выбор зеленого и оранжевого цвета 116 рублей. Еще заметила вот такие тарелочки треугольной формы со скругленными краями. 24 сантиметра, опаловое стекло, 124 рубля. Новые тарелки от Luminarc в нежно-зеленом цвете. Выполнены они из стекла диаметром 20 сантиметров, 199 рублей, глубокие, есть еще голубые. Стеклянный салатник от Luminarc серия Louise бирюзового цвета. Гладкие изнутри, рельефные снаружи, 12 сантиметров за 69. В комплект есть глубокие тарелки, 20 сантиметров за 149. Простые и удобные стеклянные кружки за 59 рублей с изображением цветов, не столь заметным, 320 миллилитров. Эти кружки похожи на предыдущие, тоже с цветами, 390 миллилитров, но за счет матовой поверхности цветы уже более заметны. Кстати, они за 62 рубля, и если на тех изображены тюльпаны, то вот еще один вариант, кажется, с подсолнухами. В серии Louise также есть кружки, цвет соответствующий тарелкам, всего 280 мл, 87 рублей. Еще одну кружечку покажу для минималистов. От Паша Бахчия, 79 рублей. Из натрия, кальция, боросиликатного стекла. Подставки под горячее 16 сантиметров, 62 рубля. По правде говоря, они уже должны были давно лежать у нас на полочках, 4 цвета. По диаметру меньше, чем вот эти, и плотнее, их показывала ранее. Складная серия Fix Price появляется из года в год. Ведра объемом 5 литров, квадратной формы, меняются лишь цвета. Цена 249 рублей, есть не только квадратные, но точно такие же круглые. 5 литров для вас многовато, есть 3-литровые в точно таких же цветах, и они за 149 рублей. Качество отличное. Из этой же серии есть сушилки за 299 рублей. Разворачивать не буду, но на картинке обязательно покажу. В целом и так понятно, что и для чего, 36 на 31 сантиметр.
Складной дуршлаг с двумя ручками. Если бы у меня дома не было с розовой вставкой, я бы взяла обязательно такой. Мне больше по цвету подходит. Но таких тогда не было. 149 рублей. И есть еще вариант с длинной ручкой. На Чечерина уже нашла миску складную. Она объемом 1,5 литра. Не занимает много места и можно взять в дорогу. Температурный режим минус 20-80, цена 62 рубля. Кухонный органайзер раздвигающийся в начальном размере 237 на 100 на 57 мм. Если его полностью раздвинуть, то получится 31,5 см. Пластик не тонкий, качество понравилось. 87 рублей в тех же цветах, что и складная коллекция. Снова выставили чудесные джемницы 7,5 см на трех ножках. Можно также использовать как и корницы. 55 рублей. Еще один складной товар, который не займет много места, это воронка. Большие пластиковые воронки часто мешаются в шкафу, а это не будет. Цена 55 рублей. Сделана из силикона, теплового режима нет, можно мыть в посудомоечной машине. Заметила новые доски полосатые размером 29,5 на 20 сантиметров. Доски сделаны из бамбука, цена 133 рубля. Рядом с кассой можно найти новые батончики шоколадно-банановые. Состав не разглядеть, 35 рублей. Новый кофе Тошипа Gold Mocha. Крепость шестерка, порошкообразный, 95 грамм. Цена 189 по карте. Заметила новый зеленый чай с жасмином. 25 пакетиков в составе китайский зеленый чай и цветки жасмина, 79 рублей. Очередной газированный напиток от Черноголовки со вкусом мандарина. Пол-литра в пластиковой бутылке, цена 49,50. Газированный напиток Фанта. Давно не видела, чтобы у нас продавали. Объем бутылки 2 литра. 199 рублей. На сегодня все. Благодарю за просмотр. Новинок было очень много. Пишите, что вам приглянулось. Я желаю удачных покупок, прекрасного настроения и пока-пока.